У Дніпрі чимало людей різного віку, що ладні займатися вуличними видами спорту. Голова міської асоціації екстремальних видів спорту має переконливу статистику. Однак бідкається, попит є, а пропозиції нема. Дніпро не прихильний до скейтерів, райдерів, ролерів для малих і дорослих на самокатах, біговелах, сігвеях тощо. Я вижу, например, по своему району, по Левобережному, я вижу, что вот эти велодорожки, которые в прошлом году сделали, они в хорошую погоду просто залеплены малышами, которые катаются на скейтбордах, которые катаются на роликах, на самокатах. А им больше негде кататься, они катаются по велодорожкам. Они не имеют потенциала к развитию. На районах нет скейт-площадок, в городе нет скейт-площадки. То есть из вот этих тысяч остается немного, тех, которые вот влюбились полностью и продолжают вопреки нашому городу займатися любимим ділом. Максим Семенов розповідає, проект скейт-парку в нього давно готовий. Ба більше, листи із пропозиціями та проханнями до міської ради надсилав 4 рази. Ми пропонуємо побудувати десь тут, в центрі міста, парк уже дуже давно. Тобто пропозицій було достатньо багато, але в останнє час, учитывая популярність вот этого спота на пам'ятники афганців, ми пропонували зробити скейт-парк недалеко від гостиниці «Парус». Особистий зріст, розвиток вуличної культури і врешті безконфліктне співіснування з мешканцями міста. Отже, облаштована територія – не егоїзм, купка екстремалів, а шанси для цілого шару субкультури. Нужні площадки, де займатися, тому що ми, як вулична культура, займаємося на площадках, де є якісь препятствия, і не завжди це подобається жителям міста. Тому було б неплохо, якщо б были специально отведенные площадки, то есть скейт-парки. Сейчас уже нужны, как минимум, городу нужно минимум 2 площадки отдельные, отдельных 2 скейт-парка, потому что люди катаются, и зачастую уже конфликты происходят на фоне того, что там где-то ребята катаются на каких-то памятниках, возможно, возле каких-то магазинов. Многим людям, жителям города это не нравится, но что делать? Нас принимают за каких-то анархистов, каких-то полностью аморальных людей. Что же мы делаем? Скейтеры – это те люди, которые больше всех ценят архитектуру. Больше всех. То есть кто-то видит в ступенях просто ступени, по которым можно ходить. Мы же видим там 1 000 000 трюков. Будут строить 1000 там скейт-парков, все равно скейтеры будут кататься на улице, потому что это корни всего скейтбординга. Ну, конечно же, для развития нужно больше парков, но больше каких-то спотов, да. Хотя бы мы сами варим перилы, да. Тренироваться на улицах опасно. И трудно весьма. Нас гоняют все время. Место сложно найти. Вот одно из них. И мы здесь катаемся из-за того, что очень хорошее покрытие. Оно мраморное, не портит скейты. Ну и падать на него приятно, нежели на асфальт. А у нас есть 2 скейт-парка. Один в Бомбастик, в Приозерном. Там пластмассовый пол, и на нем трудно кататься. И это стоит денег туда пойти. А один бесплатный. Он находится на Красном Камне, Ленинский район. Там асфальт, и уже все фигуры абсолютно разбились и износились. Есть скейт-парк, который на Ленина, это был самый первый скейт-парк у нас в городе. Ну, во-первых, он построен на асфальте, фигуры там, ну, неплохие, но все равно он развалится, потому что он не крытый, там дождь, снег, и все эти фигуры, вся фанера, это расслаивается. Но хотелось бы, конечно, бесплатный крытый скейт-парк. Мы пытаемся, мы стараемся, мы катаемся, но мені такого результату, як би хотілося. Тетяна Шевельова – дитячий психолог. Прагнення підлітків до екстриму може пояснити і професійно, і з материнського досвіду. Її донька із задоволенням каталася на роликових ковзанах. Інтерес до екстремальним видам спорту з точки зору фізіології підлітків дуже закономірно. Чому? Тому що мозок розвивається таким образом, что миндалевидное тело, такое сложное название, да, в мозге, оно как раз очень активно работает, да, и эта часть мозга отвечает за риск, за импульсивность, за агрессию, да, вот за страх, за тревогу. Если, наверное, какую-то дать рекомендацию родителям, это просто любить своих деток так же, как и любили, когда они были маленькими, да, это уделять им больше времени. Отсутствие вот этой тесной эмоциональной связи с детками провоцирует их на какие-то такие екстремальні штучки. Ключове слово у поясненнях психологів – любов. Утім, любов до себе з боку міста не відчувають ані підлітки, ані молоді люди, так би мовити, виборчого віку. Не мають вони місця ані для тренувань, ані для змагань. Їздять до Києва чи Європи, показують там непогані результати, але на батьківщині це нікого не цікавить. О, парк – це просто дуже потрібен. У нас маса від молодого покоління підростає. Тут парню 13 років в жовтій футболці катається, і він
У него просто такой потенциал колоссальный, но ему вообще нечего раскрывать. Он просто вот выходит по дому кататься, ну и в центр приезжает, чтобы с ребятами покататься, поучиться там трюкам. То есть парк вообще нам нужен, нужен вообще. У нас очень мало мест, где можно развиваться, и все равно мне хочется кататься. У нас часто проходят люди, которые говорят, что чего вы катаетесь на памятнике, нам просто негде кататься больше. Повноважені представники міської влади нібито й згодні, що екстремали мають рацію. Нічого для них зручного у Дніпрі нема. Але замість конкретних пропозицій знаходять винних у ситуації. До вот этой каденции городского совета многих вещей не было, понимаете? Вот до этого не решались вопросы со спортивными школами, с их зданиями. До этого не решались вопросы, допустим, там, с велодорожками. До этого не решались многие вопросы, связанные и с, не только с развитием спорта, но с развитием там, культуры и прочее, прочее. Вот этими вопросами мало кто занимался. Мы, наш горсовет, этими вопросами занимаемся вплотную всеми. Поэтому на ваш вопрос, почему так получилось, что в Днепре до этого момента таких вещей не было, я отвечаю очень просто. Ими никто не занимался. В этом плане мы будем заниматься и будем продвигать все прогрессивные идеи. Утім, як нам стало відомо, і особиста зустріч Максима Семенова з Олександром Шиколенком закінчилась нічим. Тим часом збірна Дніпра з екстремальних видів спорту готується до участі у Z Games. На найбільшому в Європі спортивно-музичному фестивалі наші екстремали збираються заявити гучно не тільки про себе, а й про рідне місто, яке поки що сприймає їх як байстрюків. Кирило Бережний, Дмитро Большак, Олександр Височин. Новини 9 каналу.